Свияжская улица, угол улицы Ярослава Гашека. Пешская улица. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, держитесь за поручни. Уважаемые пассажиры, в салоне автобуса работает система климат-контроля. Для ее эффективной работы окна должны быть закрыты. Просим вас не открывать окна в автобусе.
Станция метро Дунайская. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, держитесь за поручни. Thank you.
Ленинская улица. Кладбище памяти жертв 9 января. Памяти жертв 9 января. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, держитесь за поручни. Thank you.
Уважаемые пассажиры, в салоне автобуса работает система климат-контроля. Для ее эффективной работы окна должны быть закрыты. Просим вас не открывать окна в автобусе. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, держитесь за поручни. Следующая остановка. Станция метро Пролетарская. Метро Пролетарская. Thank you.
Уважаемые пассажиры, в салоне автобуса работает система климат-контроля. Для ее эффективной работы окна должны быть закрыты. Просим вас не открывать окна в автобусе. Следующая остановка. Гормонная улица.
Вагонная улица. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, держитесь за поручни. Система климат-контроля. Для ее эффективной работы окна должны быть закрыты. Просим вас не открывать окна в автобусе. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
Система климат-контроля. Для ее эффективной работы окна должны быть закрыты. Просим вас не открывать окна в автобусе.
Гавайская, улица, дом 24. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, держитесь за поручни. Следующая остановка. Завод железобетонных изделий номер 1. Завод железобетонных изделий номер 1.